Приветствую вас, дорогие мои друзья! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет краткое онлайн-гадание или экспресс-гадание на тему, что нужно знать прямо сейчас. Давненько я уже не делала подобный расклад, и почему-то у меня возникло такое желание. Ну, как говорится, сделай доброе дело и для вас, и самой мне тоже интересно. Так что давайте сосредоточимся, напряжемся, выберем вариант, какой нам лучше. Точнее, в данном случае выберем колоду. Колода Таро Иллюминатов, колода Таро Арканум и колода Таро 78 дверей. Какая вас больше тянет, притягивает, ту и выбираете. Кто не успеет, нажмите на паузу, а потом прослушайте свой вариант. Ну, а я, пожалуй, начну. Итак, первый вариант или колода Таро Иллюминатов. Что вам нужно знать прямо сейчас? Что такого интересненького? Что такого важного, значимого? Сейчас все узнаем. Не забывайте, что это общий расклад, друзья мои. Итак, принц кубков. Четверка мечей. Особенно важно для трудоголиков. Ну да ладно, потом по порядочку все это дело озвучим. Пятерка кубков. Ну, что-то мне тянет еще одну. Да, пятерка мечей. Ну, смотрите, конечно, карты выпали довольно-таки интересненькие. В плане том, что они, хочешь не хочешь, но обращают на себя внимание своей, скажем так, ну, где-то напряженностью, особенно вот пятерочка кубков, да. И в то же время обращает на себя внимание и пятерка кубков. Ну, давайте по порядку. Во-первых, принц кубков, друзья мои. Это касается тех, кто собирается куда-то поехать, планирует куда-то переехать, или куда-то вообще поехать, либо ждет гостей. Но в данном случае поездка больше такая, знаете, дружеская, или, может, касается каких-то родственных дел, может, и любовных, друзья мои, да, если, допустим, связано со свиданием, если связано с флиртом, или с человеком, который вам настойчиво оказывает знаки внимания. Ну, тут намек на то, что все-таки нужно пообщаться, нужно все-таки выяснить, а что же там, что человек от вас хочет. Или пойти на эту встречу, возможно, вы там либо узнаете информацию, либо, знаете, наполнитесь такой благоприятной энергетикой, энергией точнее, приятными эмоциями. В любом случае, какого бы вопроса ни касалась эта встреча или этот разговор, друзья мои, он вас не огорчит. Более того, возможно, вы получите предложение, либо какие-то новости, либо, в общем-то, данная встреча или разговор будет иметь последствия, благоприятные последствия на будущее. Но тут у нас еще присутствует четверочка мечей. Ну, я уже сказала, что это в основном касается тех, кто любит работать, и трудоголиков профессиональной деятельности, и трудоголиков семейной жизни, да, которые как пчелочки с утра пораньше начинают крутиться и за полночь заканчивают. Да, тут, друзья мои, намек идет, надо отдохнуть. Либо пора в отпуск, либо сделать перерыв, либо уменьшить нагрузку. Вот. Ну, также еще, друзья мои, если у вас много очень общения, очень много общения, постарайтесь делать паузы, уходить в тень. Ну, хотя бы, чтобы восстановиться энергетически. Или, может быть, чтобы было время подумать, что происходит вокруг вас. А почему это происходит, понимаете?
Это тоже бывает важно, потому что иногда в суете не замечаешь каких-то очень значимых моментов, причем моментов, которые могут иметь последствия в дальнейшем. И потом мы удивляемся, боже мой, откуда это прилетело, почему это прилетело. А оно, в общем-то, уже, как говорится, вокруг вас, может, давным-давно уже и крутилось, а вы не замечали. Ну вот две последние пятерочки, как бы подтверждение моих, что ли, слов, не знаю что, что все-таки действительно, видимо, есть повод о чем-то подумать, что-то заметить, что-то проанализировать, может быть, собрать какую-то информацию, может, с кем-то переговорить на дружеской ноте, с тем, кому вы доверяете, и, в общем-то, кто к вам очень хорошо относится, потому что пятерка чаш и пятерка мечей – это карты, ну, скажем так, обращают на себя внимание своей, ну, допустим, пятерка мечей напряженностью. Да, может быть, кто-то на вас там точит зуб, и надо с этим все-таки окончательно разобраться, что дальше уже тянуть некуда. Надо срочно расставлять точки над «и», потому что если вы не предпримите меры, то, в принципе, как говорится, потом будет поздно что-либо предпринимать, поздно что-то делать, и ваш там соперник, соперница, конкурент или конкурентка, ну, для кого-то даже и враг, в общем-то, воспользуется вашим ничего не деланием и может вам принести вред, нанести какой-то удар, информационный удар, моральный удар. Вот. И потом, как говорится, уже будет поздно махать кулаками. Ну, пятерочка кубков, конечно, намекает на то, что пора распрощаться с прошлым. С прошлыми ранами, с прошлыми отношениями. Ну, имеется в виду, что надо выходить. Выходить из этого, ну, можно для кого-то, возможно, депрессионного состояния, а для кого-то из какой-то печальки, сожалений, из состояния, когда мы себя ругаем за что-то, обзываем за что-то, вот что вот вовремя не сделали или не так сделали и тому подобное. Да, пришло время перестать оглядываться назад. Потому что у вас есть впереди другие возможности, другие варианты, другие пути. Поэтому да, разворачивайтесь. Вот такой интересный получился расклад, прогноз. Что нужно знать прямо сейчас? Ну, если вот кратко, так сказать, резюмировать все это дело, да, есть некая ситуация, некое обстоятельство, которые требуют обратить на него внимание, требуют разобраться. Или хотя бы, как минимум, увидеть это, заметить это. Поэтому смотрите, конечно, вам решать. Если у кого все нормально, и никаких подозрений, никакая, и интуиция молчит, как говорится, чуйка не шепчет, то, конечно, этот расклад не для вас. Ладушки! На этом я закругляюсь. Всех благ вам и, конечно же, счастья. А я иду дальше. Дальше у нас второй вариант. Колода Таро Аркану. Что она нам нашепчет? Что подскажет? На что обратит внимание? Скачет, не терпится ей вам все рассказать, показать. Итак, что нужно знать прямо сейчас? Семерка кубков, четверка пентаклей, десятка мечей. Ну и, наверное, давайте еще одну. Тройка жезлов. Интересненько. Ну, знаете, в принципе, друзья мои, намек на то, что
что-то вы делаете не так. Надо от этого уходить, надо с этим разобраться и прекратить, я бы даже так сказала. Может, это касается отношений, может, касается работы или каких-то других дел. Ну, такое ощущение, что действительно есть некая проблема, но эта проблема, она, если так можно выразиться, не вредная, да. Ну, во благо, хотя, конечно, звучит несколько интересно, проблема во благо, но тем не менее. И эту проблему нужно прожить, эту проблему нужно решить, и причем до конца. И самое интересное, что будут моменты, когда вас что-то будет отвлекать, или кто-то будет отвлекать всеми путями, не давать вам этим заниматься, пыль вам в глаза пускать, понимаете? Либо говорить не то, что на самом деле, либо делать не так, как вы просили или хотели. Или обещать совершенно невыполнимое, фантастическое. Либо какой-то морковкой вас постоянно подманивать, заманивать куда-то. Вот почему-то именно такое идет ощущение. Поэтому карты как бы и предупреждают, и в то же время советуют, и обращают, по крайней мере, внимание, что сейчас период, когда нужно, ну, может быть, закрыться в своей ракушечке, понимаете? Не распыляться на посторонние дела, не делиться своими планами, чаяниями, не делиться деньгами, кстати говоря, тоже. Особенно финансовая сфера, там нужно быть очень осторожным. И если есть желание вложить куда-то деньги, лучше вложите их в себя. Да, ни в коем случае не связывайтесь с какими-то авантюрами. Ну, а самое главное, не пускайте особо любопытных, да и вообще любопытных, в свой ближайший круг, в свой мир. Как внутренний мир, так и финансовый мир. Ну и будьте, конечно, очень скромными, что ли, в своих расходах. Ну, может, не скромными, а вот именно очень практичными своими, в своих расходах. Четко отслеживайте, а нужно ли вам именно это сейчас, или оно может подождать. Ну и, конечно, десятка мечей, она такая довольно-таки карта жесткая, с одной стороны, но многоговорящая, она намекает действительно, что что-то вам нужно убрать из своей жизни. Что-то разрубить, может, какой-то узел. Может быть, ну, если вот, допустим, касается здоровья, дойти до конца курс лечения, как бы не было жестко, как бы не было больно и как бы не хотелось этого, понимаете? Но нужно именно пройти до конца. Вообще, десятка мечей, она говорит всегда о неком этапе испытаний, от которых не увернуться, но из которых нужно обязательно получить некий опыт. И именно эти испытания вас закалят и дадут вам возможность увидеть что-то новое. Как бы, знаете, как бы новые пути откроются. Новые возможности откроются. Да, это может касаться работы. Например, уволиться или, наконец-то, выяснить отношения с начальством. Расставить там все точки над «и». Либо, допустим, касается каких-то сердечных отношений. Да вообще, любых отношений, друзья мои. Либо дома что-то навести порядок однозначно, хотя собирались уже бог знает сколько, и все, руки не доходили. Ну, я думаю, у каждого из вас тут свои нюансы и свои дыры, черные дыры, где действительно надо приложить усилия и исправить положение, расчистить пространство. Тем более у нас тут троечка жезлов, друзья мои. Это такой, я бы даже сказала, не намек, а прямо прямой посыл, что надо смотреть в будущее, надо уйти от прошлого, как бы, да, но в то же время как бы увидеть картину в новом свете, раздвинуть обзор,
раздвинуть границы своего восприятия, по-новому посмотреть на людей. Может быть, даже есть смысл заглянуть и в себя, изменить свое отношение к чему-то или к кому-то, но самое главное – заглянуть в будущее. Понимаете? Не прошлым, не настоящим даже, а вот именно с точки зрения будущего. Оценить ситуацию или обстоятельства, или человека, с которым вы сейчас рядом, с которым у вас какие-то проблемы или какое-то, или отсутствует взаимопонимание. Ну что ж, на этом я закругляюсь. Не забывайте, что это общий расклад. И ни в коем случае тут это не начинайте огорчаться, печалиться. Нет, друзья мои, если что-то действительно есть в вашей жизни, примите эту информацию и подстрахуйтесь, возможно, где-то от чего-то, защититесь, может быть. То есть примите какие-то меры, и все будет замечательно. Так что всех благ вам и, конечно же, счастья. Ну, а я пойду дальше. Дальше у нас третий вариант. Кто выбрал третий вариант или Таро 78 дверей? Ой, как не терпится им рассказать все. Сейчас все узнаем. Что же нужно знать вам прямо сейчас? Итак. Да, начало интригующее, как всегда, третий вариант. Дьявол, мои хорошие, дьявол. Дама чаш. Карта смерть, ну как же без нее-то, вместе с дьяволом. Как говорится, святое дело. Дальше у нас и рыцарь чаш. Ну, пожалуй, наверное, хватит. Я думаю, достаточно уже двух старших арканов. Ну, смотрите, действительно, похоже, есть некое обстоятельство, некая ситуация, на которую... Хотите вы или не хотите, но вы обратите на нее внимание. Вы начнете что-то делать, что-то предпринимать. То есть вас заставят просто-напросто. Ну, высшим силам виднее, как говорится. Вот. Или по судьбе там. Вообще, конечно, насчет судьбы там дело такое. Говорят, судьба плетется из двух источников. Из наших прошлых дел и из социума, в котором мы крутимся или вертелись раньше. Ну, это мое мнение. Итак, смотрите, друзья мои. Идет жесткий знак того, по дьяволу, что вы должны быть очень на данный момент аккуратны. Либо в своих желаниях, в одержимости, когда вот что-то ну так шибко хочется, и, в общем-то, не могу даже думать ни о чем. Тут есть элемент здравости, то есть соблюдение этого элемента в плане того, что вы можете переоценить свои силы. Это касается, кстати, и работы, и личных отношений, и доверия людей, и желания заработать большие деньги. Да, как бы нам сильно не хотелось, как бы не моглось, все равно нужно соблюдать меру. Ну и также, друзья мои, у кого есть некие зависимости, либо от кого-то, либо от чего-то. Ну, зависимости у нас всегда есть. А вот маленькие или большие, тут уж, как говорится, у кого что. Но вот почему-то на данный момент это очень важно. Да, это может сыграть роль событийности, последующей событийности. Как бы, знаете, можете наворотить дел, не сознавая этого, а потом хвататься за голову и ругать себя. Ну как так я так сделала? Или как я мог так сделать? Вот что-то вот типа этого. Конечно же, и есть для кого-то риск действительно вовлечения в ситуацию, неосознанного вовлечения, или появления рядом с вами человеком, который будет вас искушать. Ну, искушать в любви, искушать в деловых каких-то вопросах.
искушать на какие-то поступки необдуманные. Так что смотрите. Ну, это вот то, что нужно знать прямо сейчас. Так что тут вам уже решать, есть у вас такие моменты на данный момент, или могут ли быть такие, или если появятся, то нужно не пропустить мимо своих, как говорится, ушей, глаз и внимания. Тут у нас дама чаш, ну, вполне возможно, это намек, что именно этот персонаж будет каким-то образом на вас воздействовать, может вами будет манипулировать, может давить на ваши слабые стороны, на чувство вины, на чувство долга, вполне возможно, друзья мои. Все манипуляции начинаются вот именно с этой стороны. Да, и это потом приводит вот к положению дьявола, к зависимости в том числе. Карта смерть. Что-то может сильно измениться, кардинально, трансформироваться, даже я так бы сказала. Да, трансформироваться. Чего может касаться эта трансформация? Ну вот у меня ощущение, что это все-таки связано либо с последствиями ваших поступков, либо с вашим каким-то внутренним состоянием. Вот такое ощущение, что что-то произойдет, не обязательно глобальное, нет, друзья мои. Бывает, как говорится, и птичка в полете меняет ваше сознание. Поэтому, ну, образно выражаясь, да. Поэтому как-то вот что-то вы пересмотрите очень сильно. Может, даже, знаете, вам покажется, что это какая-то глупость, дурость, фантастика, что-то, ну, неважное, скажем. Но, тем не менее, звоночек прозвенит, и процесс начнется. Может, как раз этот процесс начнется и еще с какого-то сообщения, с предложения, с встречи с кем-то. Связан, может, с какой-то поездкой или намечаемой поездкой, или с приездом кого-то. Вообще, вот эти два старших аркана, я бы сказала, они как бы такие маркеры или триггеры событий, важных событий. Событий, которые могут иметь потом последствия. Поэтому вот именно очень важно обратить на них внимание. Нужно знать об этом сейчас. И вот еще дама чаш и рыцарь чаш, вот эти каких-то два персонажа, все-таки похоже, это зависит действительно от какого-то общения с кем-то, может, от каких-то предложений, неважно, делового и любовного характера, или вообще, как говорится, связанных с какими-то семейными, личными делами. Тут идет какая-то эмоциональная волна, вот именно на волне эмоций, чувств, какого-то восприятия, замешанного с воображением и с влиянием, понимаете, с влиянием со стороны, может даже и манипулятивного какого-то характера, вот именно это и будет происходить. И у каждого из вас это что-то свое. Я тут даже уточнять не буду, потому что это бессмысленно. И невозможно просчитать все варианты. Вы слишком разные. Вы все слишком разные. Но то, что действительно вы должны быть внимательны вот в ближайшее время, это однозначно. Вполне возможно, что вот эта трансформация либо ваша личная, либо ваше окружение, либо обстановки вокруг, или ситуации, какого-то обстоятельства, она как раз может действительно произойти под влиянием каких-то таких дьявольских моментов, когда не очень хорошо соображаешь или когда чего-то очень сильно-сильно хочешь. Короче, друзья мои, бойтесь своих желаний в ближайшее время. Не то чтобы бойтесь, но контролируйте свои хотелочки. Сексуальные это хотелочки или хотелочки погулять, выпить, флиртануть, схватить, как говорится, куш побольше, провернуть быстро сделку, быстро заработать, вот, или что-то очень, так сказать, получить незаконное,
ввязаться в какую-то махинацию. Ну, в общем, так можно бесконечно продолжать. Но они как-то вот, знаете, вот работают на пару. Вот, как-то так. Ну что ж, мои хорошие, надо мне закругляться, а то я могу далеко уйти. Вот, еще раз предупреждаю, что это общий расклад. Не пугайте себя, ни в коем случае. Достаточно выслушать информацию, прикинуть, касается она вас или не касается. Вот, если касается, ну что ж, используйте ее. Если нет, ну, забыли. Забыли и выкинули из головы. Вот как-то так. Ну, а мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья, удачи вам, благополучия и, конечно же, счастья.